Друзьям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда 2,5 на 3 метра под стекло на бетонном основании. Пока приехали, разгружаемся и приступаем к сборке. Сейчас теплица у нас стоит, зафиксировали, выровняли, обшили стены стеклом. Готовим крышу, кроем крышу. Монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5 на 3 под стекло. Идем смотреть. Стоит все на бетоне, закреплено анкерами. Каркас, труба 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Есть форточный блок на приводах. Есть у нас глухой торец. И есть торец с дверью. Также есть система подвески. Под винитки на каждую сторону. Диагональные усилители. Теплица покрыта стеклом толщиной 4 мм. Держится с помощью профиля системы, база, крышка. Вот такая отличная, красивая, очень прозрачная теплица Легенда 2,5 на 3 у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем.